Добрый вечер, я Вадим Гачков, и это «Субботник Эв». Главные новости за сегодня. Во время пандемии мы работаем ежедневно. Когда есть что сказать, мы не молчим. Очень хотели сделать выпуск позитивным. Не получится. Вслед за долгожданной новостью «У нас есть первый человек, победивший ковид», пришла следующая. Коронавирус убил 5-го приднестровца. И все-таки начнем с новости хорошей. Вчера поздним вечером оперштаб объявил – первый приднестровец вылечился. Это женщина из Бендер, ей 60 лет. Символично, что она поступила в госпиталь одной из первых. Она же первая оттуда выписалась здоровой. Честно говоря, эта весть просто гора с плеч. Понятно, что со дня на день это должно было произойти. В госпитале много людей, которые себя уже прекрасно чувствуют. Но два контрольных теста отрицательно еще никто не сдавал. Сейчас психологический барьер пройден. Но есть и другая статистика, пугающая. Сегодня побит очередной антирекорд. Плюс 20 подтвержденных случаев в Приднестровье. Каждый день цифры все страшнее. COVID-19 убил 5-го приднестровца. Женщина поступила в тяжелом состоянии. Было много хронических заболеваний. Скончалась спустя несколько дней. Вот так. Новость хорошая, новость плохая, но чаще пока все-таки плохие. Поэтому не забывайте оставаться дома. Радоваться рано. Все только начинается.